Так, мы по-прежнему находимся в питомнике Неваки, питомник темпиарных форм и садовых бонсай. Значит, сейчас я вам хочу показать, это также готовые элементы живой изгороди, то есть это блок живой изгороди из дерна, сорт элегантиссимо. Он имеет параметры следующие, это длина блока 1 погонный метр, высота 80 сантиметров и ширина блока у нас 35-40 сантиметров. Вот такой, в таком виде, это, я так понимаю, готовый, да, уже материал к отгрузке, да? Да, практически. Это на готовый, ага. К концу года он, верхняя часть еще больше уплотнится, угу. И готовность достигнет 100%. Угу. Ну вот, смотрите, вот, кстати, очень хорошо вот видно. Мне кажется, вот именно такая культура, она, во-первых, у нас в Татарстане очень хорошо зимует, дерен, просто себя потрясающе чувствует. Хороший вариант для зонирования каких-то территорий. Например, вот очень много сейчас запросов поступает от различных там коттеджных поселков, просто там поселков. Яркие, парадные, да, даже да, для въездных зон. Для въездные зоны. Подчеркнуть, например, паркинг. То есть надо, мое мнение, надо уже давно уходить от различных заборов, там профнастила, еще что-то городят, да. А именно, как в Европе делать зонирование различными культурами. Тем более, вы понимаете, да, вот много существует там пузыреплодник, да, получается, да. Тоже есть блоки живой изгороди. Спирея серая грефшайм. Это дерен белый элегантиссимо. Это боярышник сливолистный. То есть можно просто блоками разнообразить, ну, участки зонирования, озеленения. Это правильно? Вот. Вот такой вот дерен элегантиссимо. Смотрите. То есть очень интересный, красивый лист. Вот декоративный лист. И отлично зимует. Вот видите, здесь... Кирилл, а подскажите, пожалуйста, вот сколько здесь посажено кустов на вот этом... 5, наверное, да? 5 единиц на метр. А, 5 единиц, да, на метр. Входящее сырье, отечественный, опять же, голый корень, выращенный у нас в 4-й климатической зоне, абсолютно устойчивый и зимостойкий. Все понятно. Все, вот блок живой изгороди из дерен белый элегантиссимо.